В конференц-зале детской поликлиники города Видное прошла встреча жителей Ленинского округа с исполняющим обязанности министра здравоохранения Московской области Екатериной Огневой. На встрече также был глава муниципалитета Валерий Венцель. Впрочем, те, кто не смог попасть на встречу, могли посмотреть ее в интернете. Несколько городских пабликов ВКонтакте вели прямую трансляцию. Разговор с присутствующими, а их собралось более 100 человек, был построен в режиме «вопрос-ответ». Во вступительной речи глава муниципалитета объяснил повод для подобного визита. В этом году у нас рекордный прирост составляет порядка 20 тысяч новых жителей. Мы являемся номером один и в Московской области, и, наверное, во всей Российской Федерации, по поводу жилья многоквартирного. И здесь мы, конечно же, рассчитываем на поддержку правительства Московской области, поддержку Министерства здравоохранения, потому что те задачи, которые мы для себя определяем, в первую очередь, сделать так, чтобы все поликлинические амбулаторные учреждения в нашем муниципалитете соответствовали современным требованиям. На встрече были жители всех поселений, а потому и вопросы касались практически всех медицинских заведений на территории муниципалитета. Екатерина Огнева заявила, что обращение граждан позволит глубже узнать проблемы здравоохранения в округе. Также она озвучила информацию о том, что в скором времени начнется ремонт в Видновской поликлинике. Это помещение, которое требует капитального ремонта. Это на самом деле в таких условиях, в общем-то, сложно находиться и сотрудникам, работающим, пациентам, которые приходят. У нас принято решение, что сейчас этот объект вносится в государственную программу, разработается проектно-изыскательская работа, уже выделено 89 миллионов. На часть вопросов жители ответили главный врач ВРКБ Бутай Бутаев и Виктор Серебренников, исполняющий обязанности главного врача Московского областного пункта скорой помощи.